конечно, влияет. Мне кажется, замедляются ритмы жизни, спать хочется, утеплиться хочется. Я люблю морозы. Мне, наоборот, лучше, когда морозы. Я себя чувствую хорошо, и бодрость у меня появляется. Меньше гуляем, передвигаемся меньше, больше сидячий образ жизни. Больше спать охота, больше есть, согреться побыстрее, побежать на работу, с работы. Я прекрасно чувствую мороз, когда я вообще даже 40 градусов, 45 я переношу. А вот когда бывает это самое, оттепель, вот плохо чувствую. Я с декрета только вышла, и мне тяжело в ритм работы вставать рано. Действительно, я пью витамины и чай с утра, и гимнастику. С утра показывают по телевидению, да, я с ними делаю. И мне тогда бодрость появляется.